Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы не то чтобы смотрим, мы оцениваем Русификатор. Потому что вышла, в принципе, любительская версия перевода. Сегодня у нас 14 число, она закончена на 98%, то есть почти полная. И в эту игру можно играть, действительно. На моем канале уже есть обзор или смотр игры Divinity Original Sin. Но сегодня мы будем ценить напрямую Русик. Давайте начнем. О-о-о-о! Классно. Так, ну что, повторим. Пожалуй, имена. Надеюсь, русская раскладка будет поддерживаться. Да, поддерживается, это хорошо. Так, давайте настраивать. Блин, все характеристики переведены. Все переведено. Блин, это такая красота. Мне так этого не хватало. Так, новые классы. Священник, чародей, боец, рыцарь, рейнджер, разбойник, темный убийца. Ну или просто убийца. Странник? То есть вот то вот... Вейв как-то там, это был странник, окей. Колдун, волшебник и боевой маг. Ну, давайте оставим по стандарту, только заменю... Божественный свет, пожалуй, ему... На таран. Вот, теперь это так называется, да? Супер. Увеличится урон от дробящего оружия... Ваше снаряжение имеет 50% шансу не потерять прочность. Ха. Так, боевая ярость. Увеличит скорость восстановления здоровья максимальных очков действия на 2, если ваше здоровье ниже 30. Блин, сколько тут всего. Я многого из этого не понимал, но блин. Зомби. Зомби позволяет восстанавливать здоровье... Ядом. Получает урон от обычного лечения. Угу, понятно. Восстанавливает, когда вы в крови. Так, вот это лич. Аналог лича. Ну, то есть, как это так перевели, кровосос. Господи, еще бы мазки там назвали. Я ебу. Так-с. Ученый добавляет одно бонусное очко в кузнечное дело или одно в ремесло. Уходящий от проблем позволит избежать боя. Класс. Токсичная кожа добавляет 5 дополнительных очков и двойное... Да, о, блядь, какая хорошая херня. Дополнительные очков и двойное... Ну так... Ой, я даже не знаю. Блин, это все надо пошарить. Тут столько всего. Так, это оставляем. Что еще тут есть? Тут еще ж уникальные вот эти вот таланты есть, которые закрыты. Удар в спину, например. Удар в спину позволит персонажу проводить удары кинжалами. Да-да-да. Вообще класс. Красота. Так, интеллект оставляем, потому что у нас есть все-таки лечение. Красота, реально красота. Так, давайте мы тебя затюнем. Лояльный, случайный. Будешь случайным. Не слышу голосов. Вот это плохо, на самом деле. Если не слышу голосов, это плохо. То есть просто, скорее всего, локализации именно на голоса нет. Так, ну хорошо. Теперь давайте настроим Фобоса. Так, ты у нас будешь блондинчиком.
А чё, яркого блондинчика нету? А вот есть, хорошо. Но причесочки, конечно, да. Специально для воинов. Да. Пожалуй, таким ты у нас будешь. Ты у нас будешь лояльным, пожалуй. И тебя мы сделаем, я не знаю, но нужен маг действительно в пате. Хотя давайте, черт возьми, для разнообразия возьму, не знаю, вот лучника, например. Тоже ж дамагер хороший. Рейнджер, так, таланты. Что у тебя тут? Задира дает 50 дополнительного урона против противников замедленных или сбитых с ног. Хорошо. Восстановление стрел дает на 20% шанс вернуть специальную стрелу после того, как вы ей выстрелили. Неплохо. Это трогать не будем. Рикошет. Мощная стойка для дальнего... Так вот, что это значило. Блин, да я как этот сам. Ебом. Как потерянный. Какой-то смотрю на эти все скиллы, как будто я их не понимал раньше. Так, ну чё, ребят, вы должны быть уже готовы. Да, погнали. Заставка вырезана. Добро пожаловать в Divinity Original Sin. Класс, нет те клавишей. Ну заебись. Так-с, давайте-ка проверим перевод на самом деле. Ракушки, это все понятно. Да, озвучки нету. Бля, плохо. Это на самом деле очень плохо, что нету озвучки. Вот он, свиток дождь. Так, с ракушка. Давайте прочтем эту книжку. Теперь зато можно полностью оценивать книжки. Такс. Господи Иисусе, ну да. Мужик, красавчик, просто. Он поговорил со статуей. Ну, то есть, его убедила статуя, что он может летать по итогам. И он решил это проверить, и, мол, эксперимент состоял в том, чтобы спрыгнуть со скалы. Ибо спрыгнуть со скалы для того, кто умеет летать, это просто мелочь. Ну и по итогам, вот... Так, ты можешь в это поверить? Человек прыгнул со скалы. Да, еще и по просьбе каких-то статуй. Да, это требует великой веры. Возможно, я бы и сам так поступил. Нет, полное безумие. Как можно столь быть, короче, идиотом? Так. Так, с тем же успехом я мог взлететь к небесам. Романтик, прагматик. То есть он сказал, что, в принципе, это правильно. Надо верить. Вот. Чувак поверил. О, соточка. Ебануться. Что это? Справочник искателя приключений. Том 10. 10-й том. Так, с рецепт. Справочник искателя приключений. Удивительно, как мало люди знают о ядах. Это полезно. Честно говоря. Так, тут мы уже все смотрели. Давайте ракушку возьмем. И пойдем в бой, в первый. По-моему, этой музыки не было. И жалко, что нет вообще никакой озвучки. Надо бы английскую озвучку вернуть, а вот субтитры пускай остаются. Не
Неизвестный маг. Да, хоть хорошо перевели. А, так, 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 так. Так, где мой рикошет? Я, пожалуй, отойду. И забафаюсь на мили. Еее! Такс, давайте-ка проверим скилл. Ага, это типа отпрыгнуть, да? Хорошо. Мощная стойка. То есть это бафы. Так же, как и у... Вот, у... Что? Бой окончен. А, нет! Ну-ну как. ОД. А, ну да, очки действия. Не-не-не, мне лучника, пожалуйста. Так, ну вот это вот. Действительно. О, пошли, пошли. Портал откроем. И лопату возьмем. Точно, я ж помню, что тут что-то такое было. Вы получите доступ к дополнительным областям. Да, прекрасно, по-моему. Ракушки. Золото, которое лежит просто на земле. Так, лопата. Так, теперь мы можем копать. Это замечательно, ребята. Насколько же все-таки приятнее играть, когда все написано на знакомом тебе языке. Это просто радость. Вы здесь. Заебись, раз я здесь. Угу, угу. Ладно, пошли дальше. Кстати, тут где-то еще была говорящая ракушка, я ее проебал в прошлый раз. Сейчас мы пойдем посмотрим. Только где, интересно, она может быть? А вот она, по-моему. У нее там довольно-таки интересная история. Сейчас она, думаю, ее нам и расскажет. Так, смотри, смотри, ко мне идет путник. Такс. Кто ты, сир Моллюск? Ё-моё, сын морей, изгой этих жалких берегах. Изгнание, так, обрело жить на этом берегу. Так, странно, что ты умеешь разговаривать. Конечно, я умею разговаривать. Не глупи. Да, все моллюски умеют разговаривать, просто мы этого как-то не замечаем. Так, ведь помнит дни, когда народ... Ты говоришь, что обречен? Я помню этот диалог, потому что я проходил, и я разговаривал с этой моллюской, но, блин... Понимать каждое слово это классно. Да, для тех, кто живет счастливо, добрых хозяйка, щедрыч. Такс, такс. Так, что скажешь, добрый рыцарь? Вернем ли короля в жемчужину, короче, эту ракушку в море. Так. Доброта требует награды. С другой стороны, нас ждут сокровища. Давай бросим его в море. Согласен. Давайте отправим его домой. Yeah. Сокровище мне.
Давай сюда сокровище, ракушка. Вот. 100 экспириенса. И голда. Замечательно. Такс. Красота. Просто это все, это замечательно. Так, давайте сюда. Откопаем еще там сокровища. И посмотрим, что все-таки по итогам скажут нам те алкаши у моста. Потому что их диалоги я не вполне понял, но так, частично. Такс. Сапоги. Сначала буду одевать своего лучника, потому что мне импонирует. Ну что, пацаны? Так, держи эту орскую мразь. Никто не проскользнет мимо легиона. Такс. Успокойся, юный. На орка он не похож. Рогов на голове нет. Кто вы? Мы легионеры, конечно же. Алкоголики, блядь. А еще ты любишь освободить выпив. Ну, понятно. Значит, вы освободители? Ага. Лучший способ умерить злую собаку. Ха! Не, перевод шедевральный. Мне очень нравится. Очень-очень-очень. Такс. Расскажи мне про орков. Все они ублюдки и варвары. Ну, достаточно. Такс. Опа. Идем. Я отведу тебя к волшебнику. Он выдаст себе правду, хоть так. Волшебник, говоришь? Такс. Мне не нужно сопровождение, особенно пьяницы. Не, почему? Давай. Я согласен. А я тебя запугаю, Деймос. Ну что, поиграем? Блядь. Говно, жопа. Фобос выиграл. Девятьсот экспы. Надо взять книжку. Эти ребята, они не против. То, что я тут полутаюсь. Вот, и теперь они нам... В принципе, даже помогут. Палка для мага. Тут ничего. Тут где-то был ящик, я помню. Такой нормальный ящик. Бочка с водой. А, вот. Похоже, это он. Во, сохранение. Автосейв работает. Да-да-да, вот он лук и вот он меч. Давайте посмотрим. 5 очков действия. И плюс 1 из-за разницы уровня. А что? А, уровень предмета. Это ничего, я прокачаюсь быстро. Так, отправить Деймос туда. А у него такой же. Но зато это меч, чувак.
Давайте вступать. Round in battle. Мой ход. Мой ход. На туда тебе. Бафайся. Хилимся. Блять, вот это чмо ко мне пошло. Воу! Будь попроще, пидор. Плохой человек. В смысле, я хотел сказать. Попаду, не попаду. Не, зацеплю этого. Я могу на 2 очка только назад отступить. Burn, fucker, burn. Лечись. Забафайся, пожалуйста. А на удар не хватает очков действия. Ёбаный... Ладно. Что? Больно, блядь. Все. Мне кажется, он труп. Ага. Что-то как-то не сложилось. Да, явно спайка была не очень хорошая. Вот, и мы проиграли. Но это было забавно, по крайней мере, мы посмотрели русификатор. Черт возьми, что это за говно? Как это вообще понимать, блядь? Сука. Да, надавали по сусалам мне с первого раза. Несмотря на то, что я взял вроде бы нормальных персов. Но тем не менее. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Я повторюсь, это был не смотр игры, это был смотр русификатора, которого я уже ждал. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.